нужно после этой процедуры. Но при инъецировании ботулотоксина мы должны понимать, что нельзя при имплантации ботулотоксина в лицо, то в принципе нельзя в ягодичную. Всего это перегревание, это физические нагрузки, это алкоголь, это бани, сауны, солярии, и в принципе носить хлопчатобумажное белье, протирать сиденчиком, пока не зарегенерируется, и в принципе и все. То есть в спортзал ходить нельзя, в баню ходить нельзя, алкоголь нельзя, результат будет на 10-й день, то есть примерно 10-12 дней ничего этого нельзя. Да?